Хеллдайверы теперь имперские клоны. В Elden Ring играем по-настоящему. Обнова для Fallout 76. Это и многое другое в киберновостях. Ты на Сайбермете, прожимаем колокольчик, наливаем чаечек, садимся поудобнее. Поехали. Все-таки как же прекрасно, когда в галактике находятся волшебники, что ради дополнительного удовольствия меняют нет не правила, а картинку. Творцы с YouTube-канала Toasted Shoes решили изменить Helldivers 2 с помощью модов. Да так, что игра стала напоминать Star Wars Battlefront 2. Но самое прекрасное, создатели данного чуда не стали делать все на коленке, а переначали все, до чего смогла дотянуться рука. Так, благодаря моду, Helldivers облачились в клонов, автоматоны стали дроидами, а корабли Суперземли в звездные разрушители. Кстати, метаморфоза произошла только с внешним видом. Никаких дополнительных изменений, что могли бы дать какое-то улучшение или преимущество, не было. Точно так же, как и доступа к моду, чтобы массы могли оказаться в двух вселенных одновременно. Elden Ring не перестает удивлять. Год назад в сети завирусился ролик, где какой-то чувак задудел всю игру. Так и есть. Вместо стандартных контроллеров он юзал электросаксофон. Но его крутость заключалась в другом. Он не получил никакого урона. Теперь же явился новый герой Elden Ring. Какой-то гений взял и сделал себе гигантский меч для игры. Теперь, когда он размахивает этим, его персонаж тоже делает это же в игре. А как ты развлекаешься в любимых играх? Можешь рассказать в комментариях. Если по какой-то причине в своем познании ты настолько преисполнился, что как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет прожил на триллионах и триллионах таких же планет, как Земля, то тебе срочно нужен адапт. В Steam вышла демка, где нужно создать существо и выживать в опасном мире. Как говорят разрабы, характеристики твоего творения сильно влияют на геймплей, а гибкий редактор поможет тонко настроить все под себя. А далее база. Для выживания придется немного эволюционировать, искать пригодную для себя любимого среду обитания и, безусловно, реагировать на изменения времен года и климата. И куда же без тех, кому нужно будет противостоять? Ведь эти кто-то просто хотят сожрать тебя. Сыграл бы в такое? Напиши в комментариях. Недавно небезызвестный Павел Саска из CD Projekt Red выразил признательность сообществу игры за тысячи положительных отзывов. А ведь каких-то 3,5 года назад про данное мечтать не приходилось. Да чего уж там, если инвесторы просто хотели засудить разрабов за неудачную игру. Но годы шли, а любовь лишь множилась, чему свидетельствуют 95% положительных отзывов, а их на минуточку 1000. Теперь понятно, почему некто взял и собрал свой собственный Найт-Сити из деталей Лего. Нет, не потому, что у него много свободного времени. Просто он один из тех 95% киберпанковского комьюнити. Для Fallout 76 анонсировано крупное обновление. Что же ждет тебя? Новые квесты, сюжетка и, конечно же, ежедневные испытания. А еще обнова представит новые пушки. Например, гвоздомет, легкий пулемет, улучшенный пистолет-пулемет и уникальный калаш. Также будут доступны новые модификации для оружия, включая коллиматор, глушители. В общем и целом звучит обновление многообещающим. И потенциально будет интересно геймерам, как и наш канал, на который, мы надеемся, ты подписался. Скоро услышимся на Сайбермете.